Придется блюз играть. На ненастроенном практически инструменте. Первым я спою песню «Тропы». Это джаз-вальс. Все, что хитро, прями узкими тропами мы отправляемся в путь. В небе угляни свет, кто не оглянется, не потеряет тропу. Thank you.
зелень стала свежа, в лужах плещется свет. Вечера и поздно.
расторжены, и вот в память об этом я решил написать эту песню. Конечно, она мою нынешнюю творческую позицию, к сожалению, не отражает. Если сейчас меня кто-то отвлечет от бесплодного фантазирования, я с удовольствием отвлекусь и так скажу: «О, нет, нет, если все нормально, я здесь, я никуда не девался». Все, последняя песня. Вот, называется «Летние сны». Тоже в связи с тем, что лето наступило, песня тоже старая. Ой. Ну что, песня короткая. Короче, чем 5 минут. Так что есть возможность позаниматься настройкой гитары. Потому что это дело необходимое для следующей песни. Я рисую
раз большое спасибо за приглашение и большое спасибо тем музыкантам, которые пропустили меня вперед. Спасибо. Дергать можно? Да. Так надо нам стул заменить, этот черный скрипучий, как велосипед, которым Игорь ехал в этой песне. Серьезно, Александр Лугунов приглашается. Только лучше белый стул. Сейчас все сделаем. По крайней мере, в первой песне этот велосипед, значит, этот стул был уместен. Ну да, он очень... Тут так все тихо, камерно.